Миновало первое полугодие 2019-го, а это значит, что пора подводить итоги проделанной за это время работы. Результатами своих трудов уже поделились люберецкие полицейские. На отчетном совещании в управлении МВД побывала наша съемочная группа. За первые 6 месяцев этого года к уголовной ответственности привлечено более 1200 человек. Число разбойных нападений на территории обслуживания люберецкого УВД по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 69%. Но статистика тяжких и особо тяжких преступлений неутешительна. В этом году их количество возросло. В блоке преступлений против личности больше совершено убийств с 15 до 19. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 13 до 19, в том числе со смертельным исходом с 2 до 5. Больше всего тяжких преступлений совершено на территории Малаховского отдела полиции. За первое полугодие там зарегистрировано 4 убийства. Одна из приоритетных задач правоохранителей – повышение уровня раскрываемости преступлений. Руководителям подразделения необходимо пересмотреть организацию работы по указанным направлениям деятельности, наладить системность, повысить оперативную составляющую. Охрана общественного порядка на международной выставке МАКС, обеспечение безопасности в период летнего купального сезона и повышение качества и доступности государственных услуг. Задачи, с которыми предстоит справиться сотрудникам полиции в третьем квартале 2019 года. Луиза Егиазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.